Добрый день, уважаемые любители футбола и российского футбола в частности. Я вас всех приветствую из Жигулевска, это Самарская область. На стадионе «Кристалл» встречаются команды «Акрон», город Тольятти, и «Динамо Махачкала», и город Махачкала, собственно говоря. Залимхан Юсупов, а это свисток арбитра, и игра началась. 2 по 45 нас с вами ждет, все, в принципе, как обычно. Помнят. Момент, удар! Неплохо Хаджиниязов, но мяч прямо в руки к Терновскому прилетает. Смотрите, навес, Хаджиниязов откуда прибежал-то? И никто не мешал Джамалдину. Не было бы там никакого положения вне игры, Терновскому никто не мешал. Немейникова рядышком с собой, передача в штрафную площадь. Понция, удар! И... угловой, значит, браво, Дмитрий Терновский! Это великолепный момент сейчас для Акрона. Вновь передача с правой бровки. Скорее всего, это был Константин Савичев, но точно это был Андрес Понца. Нужно разгонять атаку. Юсупа, передача в центр. Беги, беги, ну! Бейл! И Сергей Волков. В Камиль Ибрагимов. Оказывается, на острие. Удар не получился. Так, интересно. У нас говорят, что система ВАР работает. Возможно, пенальти-то интересно. А в каком же эпизоде? Что ему посоветовал Роман Галимов? Какой эпизод? Я говорил то, что ВАР включается в случае ошибки арбитра. То есть, возможно, что-то не увидел Сиденков. Так, ну вот решение арбитра. Что нас с вами ждет? Посмотрел и... пенальти в ворота махачкалинского «Динамо». Ах, вот где. Ну да. Понса-то за руку прихватили. Пенальти в ворота махачкалинской команды. Разбег, удар и гол! 1-0! Рязанский «Акрон» на 42-й минуте выходит вперед, и Константин Савичев вновь забивает с пенальти. Так это было в матче против московского «Торпедо». Здесь же, на стадионе «Кристалл». И, кстати, в эти же самые ворота. Правда, минута была другая. И смотрите, на чем-то сыграл сейчас. Так успел, пока не подает угловой. Навес штрафную. Понце! Это не Понце, это Сагуткин! 2-0! Вот это возвращение Данила Сагуткина! И какое празднование! Как будто бутылку сейчас перевернул, когда подкидывается на донышко. Данила Сагуткин! Не помеха даже маска центральному защитнику тольяттинской команды. И буквально на второй минуте, возможно, замены. Вот сейчас нужно бежать, есть забег, нужно пробить, удар и не точен. Никита Салтыков. Вот это момент сейчас у молодого футболиста. Мог сейчас он делать счет 3-0, и это, конечно, наверное, момент. Здесь нет, судя по всему, положения игры. Салтыков, Салтыков уже в штрафной площади. Передачу бы сделать. И мяч не в воротах. А не было ли там положения вне игры? Вот вопрос. Но так как угловой, то ВАР не будет просматривать этот эпизод. Не зажег там Рашид Абусуев. Мы с вами можем сейчас посмотреть. Так. Так. Сразу двоих футболистов свежих. Динамовцы. Удар! Выше ворот пробивает Рамазан Каджимурадов. Ну, вроде бы Волков все контролировал. Вроде бы. А вот здесь, ну, мне кажется, что попади в Гаджимурадов в створ, то, наверное, Сергей бы не справился. Интересно, как 0-3 по офсайдам, хотя сейчас был офсайд у Акрона. Но, правда, приводит это к контратаке. Бей, все правильно, удар какой! Видите, подсказываю я сейчас Нардину. Подсказал, он пробил, правда не попал. Босниц. Последние секунды, поглядывает на часы уже Сиденков. Ну и все, звучит финальный свисток. Акрон побеждает 2-0, продолжает свою победную серию до 6 матчей в первой лиге, до 8 матчей вообще. И подбирается сейчас тольяттинцы вплотную к нефтехимику.